у нас пришла весна, а у нас все тает. Погода чудесная просто. 25 февраля. Вот в Брянской области. Цветем и пахнем. Сейчас подъедем к селу, к одному. Там очень много осиных гнезд. Я когда первый раз приехала, просто в восторге была, когда первый раз увидела аистов огромных. Я думала, это скульптуры, ну, продают часто такие, гипсовые или, я не знаю, полимерные какие-то. А потом посмотрела, нет, шевелится, живой. Вот, собственно, это село. Ну и по пути должны увидеть, если солнце не отсвечивает сильно, мы увидим с вами гнезда аистов. И здесь, на самом деле, очень много. Ужасная дорога. Ужасные встречки. Ну вот и подъезжаем. Сейчас мы увидим гнезда аистов. Летом они здесь прямо возле дороги ходят. Это только с одной стороны. По левую сторону и их еще много. Солнце сильно слепит, отсвечивает. Ну, не знаю, видно или нет, но земля, поля уже так прилично оттаяли. Сейчас покажу вам еще одно большое гнездо аиста. Мне кажется, оно такое достаточно старое. Вот сделала поменьше скорость, убавила. Очень сильно солнце светит. Вот по левую сторону можете уже, в принципе, лицезреть. Большое-большое гнездо аистов. Счастливые эти люди! Ручейки вовсю бегут, колея большая, надо как-то из нее выбраться, а может и не надо. Очень красивая природа. Очень опасная скользкая дорога. Так, ну вот приехали. Сейчас мы подоим козочку, накормим козочек и поедем обратно. Вот этих малявочек сейчас будем кормить. Здорово, братва! Здорово, братва! Здорово! Тут еще вот такая бандитка есть. Здорово, бандитка. Еще одна бандитка сидит. Ух, бандиты. Ух, бандиты, да? Ой, ой, бандиты. Главный бандит тут. Ой, бандиты какие. Попрыгунчик, стрекозел. Попрыгунчик, стрекозел. Вот она. Так, Азиза. Вот и молочко, вот и подоили. Сейчас малявок кормить будем. Ты тоже хочешь, да? Ну чё, нажрались, а? Накушались, напились. Маленькие козявки. О, пописить надо. Да, не буду тебя смущать. Ну чё, пока, увидимся завтра. Пока, молодежь! Ну вот, все дела сделали. Ну, почти все. Поедем.